Всем привет, с вами Реанор и прекраснейшего вам настроения. Итак, вы хотите верите, хотите не верьте, но факт в том, что вот эта вот игра, да, я ее два дня просто не подходил. Все обдумывал план того, как мы сможем пережить эту войну, это нашествие. Я более чем уверен, что мантов здесь не двое, а гораздо больше. Потому что мантов по двое с таким количеством жрачки, которое у меня накопилось, быть не может. Я понимаю, что сюда мои гномы просто тупо не успеют. Потому что все они сейчас, кто спит, кто чем хочет, занимается. Да, не надо было мне все-таки дробить здесь вот эти вот по времени защиту. И, пожалуй, единственное место, которое я сейчас могу защитить, да, более-менее нормально, как я понимаю, это у меня госпиталь, потому что тут рядом бинты. Вот, ну, как минимум линию обороны, получается, могу в лучшем случае сотворить именно здесь, да, где-нибудь поближе. И мы сейчас создаем здесь гвардарию. Guard Station. Так. Hospital Station. Номер один. Центральный, да? Hospital Station. Номер два делаем. То есть, какой план? Проблема у меня, правда, я вижу, есть в этом всем. Hospital Station номер 3 будет здесь у меня. Проблема я вижу в том, что мои гномы сейчас... есть пара гномов, которые спят очень неудачно как раз на пути движения именно мантов. Номер 4. Я стараюсь сейчас расставлять таким образом, чтобы номер 5, кажется, 6 мне будет достаточно. Да, да, именно таким образом, чтобы хоть как-то номер 6. О, доллар получился. Так, так. Проблема в том, что у меня есть гномы, которые спят. Да, спят, и если их сейчас разбудить, они... им придется встретиться и пересечься с этим вот. Поэтому военных я сейчас переделываю. Во-первых, все избегать врагов пока ставлю. Несмотря ни на что. Да, и у этих и так стоит, кстати говоря. Ой, этих будет и так стоять, и у меня все равно сейчас их нету. Хорошо, сделали. Позиции. Всем позиция пока будет только такая, инстинкт выживания. Никаких таунтов ни в коем случае. Для себя держать дистанцию. Значок поставим. Это, в принципе, бессмысленно. Так. Угу. Всем держать дистанцию. Вот Картер тоже держать дистанцию. И тебе тоже держать дистанцию. И у тебя тоже перк будет. Где инстинкт выживания? Вот. Ну, этот инстинкт выживания, да, дает, как бы, при, если повреждении, гном, как бы, сможет добежать до места быстрее. Спастись, так сказать. Так, хорошо. Хорошо, плохо. Плохо, но хорошо. Так, сюда. Мы назначаем гвардов всех. Сюда мы назначаем всех топорщиков. То есть закованные в броню будут впереди. Так, теперь мы смотрим, кто ближе всех. Ты у нас Джусто. Джусто Тейлор. Population, кстати говоря, профессии. Перепроверяем, чтобы у всех стояла механика.
чтобы ближайший, кто был, вообще мог это себе сделать, мог сделать. И Stonecutter механика есть, Taylor, вот как раз таки Taylor механик нет, чтобы ближайший мог из них подбежать и дернуть за рычаг, да, не за рычаг, а в данном случае огласить тревогу. И ближайшим мы увидели, что у нас, сейчас мы еще раз, Джусто, портной, так, армор, файтер, понятно, стояла, weaponsmith не стояла, blacksmith, всем, короче говоря, всем ставим механику, чтобы они, если что, blacksmith есть, поттер есть, bone carver, нету механики, ювелир, хотя, мне кажется, нет ни одного ювелира в королевстве. Stone Carver, Metal Worker за механику. И изобретатель, да, и механику. Ближайший у нас стоит, еще раз смотрим, Джусто. Бежим по армии. Так, сквады. Это у нас будет кто-то из ополченцев. Первый нет. Во второй. Да, во втором ополчении он находится. То есть второе ополчение, получается, мы сюда пока не вызываем. Ему основная задача, всех остальных вызываем, а второе ополчение не вызываем. То есть им ближе всех будет до рычага. Так, пропускаем. Четвертое ополчение сюда созываем. Так, кажется, мне не хватает одной госпитальной станции. Или хватает? Не хватает. Здесь назначено. Здесь сейчас должно быть второе ополчение. Да, назначаем еще одну гвардстанцию. Гвардария. Ост. И госпиталь стейшн номер 7. На него мы вызываем вот этих вот ребят. Так, смотрим. Здесь четвертое ополчение, здесь третье ополчение, здесь будет второе ополчение, здесь первое ополчение. Раз, два, три, четыре. И вроде все назначены. Единственное, что мы сюда говорим, озвучить тревогу. У нас, по идее, должен кинуться кто-то из второго ополчения. И ближе всех у нас, как мне кажется, находится именно Джусто Тейлор. Так. Все сейчас должны бросить будут работу. Эти успеют. Короче, проблема в том, что мне нужно будет просто каким-то образом узнать, добегут ли наши гномы вот здесь, находящиеся, до места. И давайте. Подготовка аж целых 8 минут у меня заняла. Ну тут так, готовиться в этой игре надо постоянно. Отжимаем. Так. И теперь я надеюсь, что мой план сработает. Вот. Так, теперь мы ждем тревогу. Как только она появляется, сразу паузу жмем. Ай-яй-яй, как все долго. Ой, ну не встретятся же с этими, а? Теперь. Кстати, интересно, а кто тревогу-то поднял? Давайте глянем. Дуг. Перевизи. Ну явно не Джусто, походу, поднял. Хотя не знаю, может и он озвучил, что нужно валить. Так, и теперь на Гвардстейшн второй пол отряд созываем. Но это не самое главное. Самое главное, что у нас теперь предстоит, это каким-то чудом дождаться того, чтобы наши вояки прорвались вниз. Так. Фух, ну, давай. Пошли. Какой длинный путь им еще предстоит пройти, а? Вот замес. Нашел, а?
Давай, 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 уходи. Ох, 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 ох. Всех троих. Медведь умер. Во, вот из-за чего и произошла вся заваруха. Почему не так? А ты куда вообще? Ты откуда здесь? Ты что здесь делаешь? Что за тусовка непонятная? Так, ну ты-то, надеюсь, что это? Как это ужасно смотрится. Такое ощущение, что там... Медведь умер, поэтому долго до нас добирались. Манты. Основная толпа. Ну давайте сваливайте отсюда. Ну чего вы тут устроили? Бунвалик, ты здесь? Где кто вообще? Где еще? Джен, Кир здесь. Так, а где наши щитовики все? Так, одного здесь вижу. А где второй щитовик? Так, все ли в порядке? Так, профессия, ну, значит. Где наши вояки? Файтер. Мунвали Эбенбунду. Где ты? В ухту. Тут зашкерился. А, на этажом, получается, выше находится... Так, ну давайте, ребята, сваливайте оттуда. Что вы там устроили? Вам же сказано, свалить надо. Еще манка. Да давайте уже уходите, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, о, кто? Эмбимбундл ушел вроде. И, в принципе, не сильные повреждения. Ты, как у тебя? В отличном здравии, не буду воевать. Давай ли отсюда, уходи, давай. Навоюешь ты у меня сейчас тут. Все, давай, вставай с ног и на тапок. Ты чего, я опять сюда пришел? Вот помощник, а. Все, и давай, топаем, отходим. Плавненько домой, себе, на базу. Так, все, все перебинтовались, все живы-здравы. Нет, не все. А, это еще не дошел. Давай, бинтуйся. Че ты так медленно ходишь? А, это он пока еще в состоянии упавшем. То есть он не идет, он катится. Он сюда катится. А нормально все вообще? Так, не понял. То есть тебе было мало, да? А, то есть он пить хочет, нормально. И вот этот упавший катится. Так, все, ребят, все главное, что собрались в кучу, да? Теперь военные. Не военные. Так, мне нужно теперь все это дело, весь наш фронт вояк, да, поднять повыше. Угу. Где бы тут поудобнее бы пространство, чтобы смешались люди-звери? Наверное, вот здесь. Здесь мы размечаем. Самое страшное на самом деле позади. Вот. И мне кажется, я снимаю уже достаточно долго, не знаю. Мне почему-то кажется, что это все так же было затянуто. Не знаю, я честно вот не вижу, сколько времени так вот получилось. Но для меня это настолько было серьезно и жестоко. Так что следующую, вторую часть боя мы, наверное, выживание нашего проведем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рэонор. Это жесть. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.